Всем привет! С вами на связи Планета Авто. Сегодня мы вам покажем Skoda Karoq. Это отличный кроссовер с высоким клиренсом и отличной динамикой. Современный дизайн этого автомобиля действительно будет цеплять взгляды на дорогах. Здесь у нас установлен мотор объемом 1.4 с небольшой турбинкой, который выдает 150 лошадиных сил. Отличная динамика, но при этом расход сохраняется от 5 до 7 литров. Внутри у нас достаточно интересно исполнен салон. И сделано все из качественных материалов. Это кожа, алькантара, мягкий пластик. Здесь у нас широкий функционал, есть все необходимое для комфортного вождения и времяпрепровождения в автомобиле. Установлен зимний пакет, есть подогревы передних сидений, боковых зеркал, лобового стекла, а также подогрев руля. Опции, помогающие вам в комфортном вождении, тоже здесь присутствуют. Это адаптивный круиз-контроль, есть автопарковка, плюс парктроники расположены по кругу, камера заднего вида и многое другое. Так как это у нас полноприводный кроссовер, высота клиренса здесь 163 мм, а это значит, что проходимость у него на уровне. Крышка багажника у нас на электроприводе, под которой скрывается 426 литров багажного отделения. Экономичный, быстрый кроссовер ждет тебя в Планета Авто.